Мы находимся в центре славного города Екатеринбург, в районе центрального стадиона, а если точнее, по адресу улица Репина, 5С. Сегодня журнал «Гарпом» и лично я, Евгений Некрасов, отправляемся в рейд по лучшим саунам столицы Урала с целью рассказать жителям нашего города о качественном и приятном отдыхе. Темой нашего повествования сегодня стала всем известная сауна «Банька». Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Площадь сауны составляет 200 квадратных метров. Здесь легко разместится компания в 15 человек. В сауне «Банька» есть комната отдыха, где вы можете полежать и расслабиться. Прямо сейчас мы находимся в большом зале, где умело нашли сочетание прекрасный интерьер и уютная атмосфера. Стены зала украшены истинно русскими трофеями. Здесь нет ничего лишнего, все на своих местах. От этого возникает чувство гармонии и спокойствия. Шкура медведя досталась владельцам сауны «Банька» весьма непросто. Зверь был добыт на настоящей охоте. Оленьи рога тоже создают атмосферу русской охоты. Глядя на них, чувствуешь морозную свежесть леса, поэтому становится еще уютнее сидеть подле камина и наслаждаться теплым отдыхом. Атмосфера зала греет душу и тепло, вам не придется скучать. Для любителей игры в бильярд установлен игровой стол. В общем, для отличного отдыха в зале сауны «Банька» созданы идеальные условия. Но, как говорится, в баньке главное жар. И в этом хозяева баньки не подвели. Здешнюю парилку можно нагреть до 130 градусов, что подчеркивает уникальность этой сауны. Именно поэтому ценители банного отдыха из соседних городов приезжают именно в баньку. После того, как вы напарились, необходимо как следует освежиться. Для крепкого здоровья вашего сердца необходимо окунуться в холодную воду, чтобы почувствовать разницу температур. Тут, как говорится, для каждого найдется свой подход. Первый – это обливная бочка. Происходит это примерно так. Забираетесь в центр бочки, встав под ведром, закрепленное сверху, резко дергаете за веревку, и на вас бодрящим потоком обрушивается ледяная вода. Также в сауне «Банька» имеется замечательный бассейн, температура которого строго отслеживается. Он не горячий и не ледяной. Температура воды в нем – градусов на 15-20 выше той, что в проруби. После посещения сауны «Банька» вы почувствуете легкость и свободу.